Всех приветствую. В последней серии мы добежали вот до этого ДЛС-ка. Правда, я там сдох даже. Я даже сдох на этой ДЛС-ке. Ай, три магии нам не надо. Так. Сейчас мы все вернем назад. Я считаю, вот между нами говоря, вот это вот оружие, да? Теперь вот это оружие, да, плюс 15 надо его сделать, конечно. И это, на мой взгляд, это, конечно, самое мощное, но дело в том, что самое лучшее все-таки вот это. Поверьте мне. Одно из самых лучших оружий. Во-первых, оно очень сильно кровотечение кастует. Ну, во-вторых, она, блядь, проще всего. Ну, если вы хотите легко проходить за пироманта, то, конечно, надо пиромантией пользоваться. Ладно, давайте я его убью. Его убью, и там костер, и дальше мы ДЛС пока не пойдем. Пойдем других боссов убивать. Ну, может быть, убью. Может, не убью. Посмотрим сейчас. Что у нас там? Кольцо. Ай, бля, надо было это кольцо убрать. Ладно, ясно. Нормально. Кольцо активировали. Это радует. А, активировали. Я же, блядь, забыл, что я эту магию эту дурацкую поставил. Нельзя с кольцом. А давайте попробуем ради интереса его с кольцом убить. Побегаем, короче, помучаемся. Да не будем. Попробуем кольцо активировать. Но я вам не советую кольцо, просто его... Давайте вот без кольца, я просто вам покажу. Вот эту применяете. Я убивать не буду. Хочу просто его с кольцом убить. Единственное, что на него ни в коем случае не наставляйте прицел, блядь. Потому что эта тварь такая, что не дай бог. 4 раза он делает. Вот, 4 раза он делает и как бы... Вот, смотрите, подбиваете, раз его, раз его. Опа. Раз его, ах ты сука, ах ты сука. Раз его, раз его. Ну и хорош, что убью сейчас. Самое главное, вот, без прицела. Опа. Сучонок, давай ради прикола с тобой поиграем. Гад. Вот гад, да? Да, вот эта магия опасна, лучше кувыркнуться. Потому что от нее можно убежать, но только надо бежать. А я только начинал бежать, поэтому он меня убил. Ну, этот босс простой, если вы не ставите именно лок. С локом тут любой босс не очень хороший. Ай, блин, зачем я? Давайте ради прикола ножичком попробуем подраться. Раз уж я это применил, я хотел с кольцом его убить. Вот, смотрите, видите? Если вы бежите, то нормально. Ох, ни хрена себе! Ну вот ты гад, 4-крылая тварь. Блин, меня все-таки, понимаете, мыша, это джойстик. Стал влево чуть-чуть крутить. Сегодня мы пойдем, наверное, туда с вами. По-быстрому сейчас убьем. Этот нарисованный мир, что ли, сходить.
Ладно, хватит ерунду заниматься. Давайте просто убьем. С кольцом попробуем сейчас разок. Без вот этой просто. А потом просто очень легко его убьем, да и все. Если не дура, то не заниматься пиромантией, он очень простой. Но без лока, обязательно без лока. Не хочет пускать в меня. Вот одной магией он не активирует кольцо. Он ее не делает, видите, что творит. Сука, бежит сюда и все. Вот, сука. Активировал кольцо? Дурак! Дурак, сейчас получишь пизделей. Ай, ладно. Как видите, очень просто с кольцом. Три магии. Вот, видите, у меня постоянно... Я ничего не делаю, он сама так. Жестик постоянно крутит. Ладно, черт с ним, не хочу я. Все понятно и просто. Если без кольца, все равно вам хватит 8 магий, чтобы его убить. Вы видите, сама творит, что... Ну, так как это сдохло, тут этого нет гриба. Тут как бы нам дают просто гриб этот. Элизабет, или как он там называется. Все, дальше не пойдем. Дальше не пойдем, мужики. Потому что дальше уже будет локация на пассажок. Так. Сейчас я не помню. Куда это нам надо? Склеп темной луны, да? Склеп темной луны. Накроется сейчас, правда. Подери, чё ты глючишь-то? Чё ты глючишь-то её? Блин, как он глючит. У меня джойстик, почувствую, надо сделать джойстик. Больше не буду пока серии записывать. Я и так их... Вообще, очень длинная игра, заметьте. Сколько уже серий? Это уже, наверное, 13 или 14 серия, блин. И я еще никак не пройду до конца. Хотя я пишу по часу, блин. Ну... Что еще надо? Так как у меня неслышимость, они на нас не будут агриться, если вот здесь бежать. Только этого убьете, и вот этого надо будет убить. Но я думаю, что он меня не ваншотнул. А, гляньте, сагрились, нифига себе. Вот уроды. Ну ладно. Мы идем с вами. Я помню, когда первый раз проходил эту игру, я любитель не смотреть, видите, вправо, вернее, влево крутить. Я любитель не смотреть игры. Давно это дело было, но я когда, помню, подошел к этой картине, крестик, даже не понял, что к чему. Ну и по привычке, как всегда, хрясь. Кошмар, меня сюда закинуло, у меня аптечек нет, и я стою там на мосту. Думаю, ёлы-палы, все, мне крышка. И я боюсь идти вперед, потому что понимаю, первый раз, когда проходишь, ничего уж не знаешь, ничего не умеешь. Я чуть не охренел, потом дошел до этого костра. А я сюда пришел еще до того, как у меня был телепорт. То есть я не мог отсюда телепортнуть. То есть если вы сюда придете... вот, пожалуйста, этот костер... Отрезан дрых перенос не... даже и был. Ну, вот так вот. Я не смог телепортироваться. Я все тут проклял. То есть отсюда телепортироваться как бы нельзя, если взял костюм. Не помню, чем дело кончилось. Но я сдыхал. Однозначно. Так. Ну, и сейчас буду сдыхать. Ну, что, идем? Нет? Идем? Нет? С одной магией нормально. Не очень много они снимают.
Слушайте, что-то не понял. А, это костер до сих пор сплю. Ах ты, сука, хитрая мразь. Вот, сука, хитрая, забыл уже, сколько их тут штук стоит. Почему тот бьет меня, не пойму. Ау! Охренели, что ли, уроды? Надо против огня, кстати, эту одеть херню. Надо не этот щит, а против огня. Здесь щит. Есть же у нас щит против огня. О, а это. Я уже испугался. Что у нас там против огня? Этот. Ого, классный щит. Жаль, я им пользоваться не могу. 90 против огня. Лучше даже, чем хавелский. А, ну вот этим будем пользоваться чем. Так, подождите, а что это? А, я ж уже Сида убил, да? А этот 70. Ладно, вот этим будем караться, нам без разницы. Вот сука. Что за уроды? Хорошо, что это магия работает. Вот сейчас эта птичка, кажется, прилетит сюда. Пока не летит. Должна, по идее, прилететь. Вот. Нормально, кстати. Для уха возмездия она. Тут какой-то ништяк. Честно говоря, не ожидал, что то, что магия крупная, даже с одной, не пробивает птичка, это как бы плохо. Так, а тут куда я попадаю? О, непонятно, куда попадаю. Но магии маловато уже. Там дальше нету никуда прохода. Больше нету там прохода, да? Они есть проход, а что это я? Вот сука. Крысина ебаная. А душа. Душа нам не надо. 4 маги осталось. Черт возьми, как это плохо, ну, крутит плохо так, о, видите, что-то, ну, вообще невозможно. Надо срочно закрыть этот проход, ну, в смысле, открыть проход, а не закрыть. Открыть проход, ну, срочно. А как ты его открыть? Я вот подзабыл. Так, подождите, вот тут дверь, что ли, могу открыть, да? Не могу открыть. А как ты это должен его открыть? Что-то я не въехал нах. Да-да-да-да, все правильно. Не сюда, вот сюда. Вот так вот можно пройти. И открыть тут дверь. Не, вот тут, да? Где дверь? Дверь вот здесь вот, да?
О, уже что-то. Так, тут с прохода открыли. Сейчас еще здесь откроем проход. А я не понял, а что там, дверь закрыта? А, это туда я не могу попасть, понял. Ну ладно, то, что мы сделали самое главное, то, что мы открыли проход сюда. Сейчас эти колеса, я так понимаю. Колеса я, честно говоря, подзабыл, как проходить. Что-нибудь придумаем сейчас, не может такого быть. Вот еще сюда проход. Так. Так. А, это к колесам проход, да? Там бесполезно, без маны. Без магии нечего там не делать. Так, ладно. Значит, так, невидимость есть. Есть. Я думал, что должно сработать. Не работает невидимость, да? Вау! Блять, вот тебе колеса, да, отдача ему. Слушай, а почему невидимость не работает? А, подожди. Неслышимость мало того, тут же невидимости у меня нет. Так. Значит, с колесами будет сложновато, блядь. Ладно. Колеса надо, чтобы ту дверь открыть. Ну, можно забить на ту дверь, в принципе. А что там еще в колесах ценного? Ключик там еще какой-то лежит. Насколько я помню. Блять, это плохо, что они меня видят. Да, конечно, надо было ману заменить магию на бросок. Вон он. Ну ладно, один согрелся. С одной магией, да? Это нормально. Так, кто там на меня агрится? Бля, как ты шустро. Так, отлично. В принципе, выкрутились. Но все равно, даже грамм цепляет. Щит этот не держит. Ага. Хорошо, что с одной маны. Магии с одной. Долбит. Так, где еще одно колесо? Не вижу. Не вижу, блядь! Вот, сука, блядь! Чёртовы скоты, а! Что это за говно, блядь? А ни хрена тебе, у тебя урон, ты чё, чувак, блядь? Какой-то лох с хиркой, блядь, полжизни снял, даже больше, блядь. Вот это урон, блядь. Сейчас души потеряем, конечно, 100%. Блядь. Черт, вонючка, блядь. Чертова вонючка, блядь. Ему просто, сука, повезло, что я... Это самое...
Сагрил Тарована. Не должен был агрить второго, блядь. Да сука! Да сука! Сука, блядь, я че нахрен, блядь, привязался. Там один остался, да? Один должен остаться еще, блядь. Сучонок. Вот он. Мне надо это... колесо крутнуть всего лишь. Ну, все вот это вот. Все-таки мы справились с этими лохами. Так, вот тут я не помню куда. Вот ты, сука! Главное, чтобы со спины не ударили, так-то они не смогут меня победить. Так, тут ничего, да? А, это я понял, это в колодец. Проход нам не надо. Так, это выход туда. Так, нихера себе тут проходов. Блин, я запутался уже, блядь. Так, это куда? Слушайте, это куда это мне? О, ничего себе, струя огня пиромантию мне дала. Удачненько это я зашел. Тут еще какой-то ключ где-то должен лежать, но, честно говоря, не помню. Самое, чтобы, главное, чтобы сзади нас не начканули. Все, сзади начканут, все, крышка. Так, тут мы были. Вот, видите, как темно, не видно, с какой стороны. Вот она, сука. Так, тут я уже был, колесо мертвое. Значит, мне вот в ту сторону. А, ну вон ключ, скорее всего. Да, ключ от пристройки. Там камень, что ли, этот лежит. Ну, в принципе, все мы здесь сделали. Больше нам тут ничего не надо. Как-то продать сюда надо выйти. Я не помню как. Нет, не сюда. Тут мы не выйдем, бля. Заблудился я. Заплутал по катакомбам. Все, тут колеса вроде больше нет. Больше тут ничего нет. Ну, нормально. Даже душ сохранил. В принципе, сейчас в пристройку еще сночковаться надо. Так. Что, бычишь, что ли? Чувак. Вот этот камешек сбить надо. А что там? Ай, там, наверное, душа сраная. Вот уроды, блядь. Сейчас пироманта будем убивать. Раз мы все сделали, сейчас пироманта еще заодно убьем ради прикола. Для этого нам, правда, человечность надо восстановить. И заодно сделаем 10 аптечек. В принципе. Да ёлы-палы, что ты встала, блядь? Ай, что ж так не везет, а? Да.
Да как это, блядь, работает херня, блядь? Вы охренели, что ли, блядь? Урон такой бешеный. И увязались, глянь, бягуть на ляг целая свора. А-а-а! Душем моим пиздец. Пиздец моим душем. Ах ты, сука! Охренели, бля. О, еще одна пиромантия. Что, дурачков из себя строите, да, блядь? Не видите? Где? Натина. Все нормально, успокоились, блядь. Все успокоились, придурки. Нет, еще не все успокоились. Бау! Как это было? Откуда вот эта сука взялась, а? Знаете, что пироманта не так легко будет убить? Он же такой же, как я, крутой чувак. А что пиромант не появляется? А, он появился. Короче, пиромантик, тик-тик-тик-тик. Я дурка, блядь! Пошел нахер! Блядь, какой этот меч короткий, ёпанский бог! Какой этот меч короткий, блядь! Ага, давай, ага. Кастуй, да. Как, я просто не ожидал, что он такой короткий. Что, не нравится, да, блядь? Словил, сука. Он там херачит, да? Ухерачит, блядь! Да как это работает у тебя, чувак, блядь? Какой он шустрый, сука. А на него интересно знать, пиромантия действует, пиромантия на этого придурка, нет? Ух, как хуярит, блядь. Я думаю, шанса у меня нету, нахуй. Он намного круче меня, пиромант. Да пошел ты нахер, я даже пытаться не буду. О, зверина, а? Распсиховался, блядь. Нифига себе! Давай нормально через стенку, да? Конечно, блядь, конечно! Давай, ты будешь бить через стенку, я сосать писем, блядь. Ругаюсь, как последняя скотина. Ну что, будем еще раз убивать? Или нахер он мне нужен? Давайте последний раз. Вот падла, блядь! Вот падает. Так, сейчас хочу посмотреть, что мы там взяли за магии. Нет, вот это. Огненная струя. Кислотная струя. Ну, это дурота, короче. Ну-ка. 80 штук. Что за штучка? Давайте проверим. Вот на этих лохах. Давайте проверим. Ага, проверил. Ай, вообще. Ну и дурота. Хорошо, я не воскресил себя. Хорошо, если я не воскресил. Вот это говно. Она, наверное, постоянно может стрелять. Без перерыва. То есть держишь кнопку, и она палит, да? Сейчас проверим, кстати. Ну да, ходишь и... Но все равно, говно порядочное, блин, кошмар. А кислотная струя, давайте. Давайте уже и кислотную заодно. А, кислотной всего две. И чё это дало мне, блядь? И чё это дает, блядь? Ни хера урон как был, так и есть. На них не работает вообще. Пошли в жопу. Ну и дурота. Столько время за даром потратил. Где моя любимая магия, блин? Так.
Давайте попробуем с молотком, блядь. Так. О, с молотком даже могу, блядь, нормально. Значит, это... Еще раз сходим нам. Нет человечности. Я же человечность просрал, да? Или нет? Или оно здесь? А, нет, не просрал, все нормально. Давай, все. Все нормально. Давайте на этих сейчас убьем, чтобы они за мной не побежали. Блять, вот это мыша меня убивает. Вот все, не побежите за мной. Ну и правильно сделаете, что не побежите за мной. Откуда тут вывернулся, чувак? Еще есть чуваки? Еще чуваки есть, где прячется, не? А, вот тут, наверное, стоял. Сейчас тебе, блядь, устрою, нахуй, жизнь. Где ты появляешься? А, ты далеко появляешься? Давай, попробуем. Попробуем, блядь, сейчас с тобой подраться. Чувачок. На, нахуй! Как тебе? Такая атака. Нормально? Нравится, не? Ага, давай, сосни. Иди сюда, сейчас тебе переебу, блядь. Вау! Вау, блядь! Скотина, нахуй! Черт возьми, это называется неправильно рассчитал дистанцию. Сейчас он сдохнет. Еще раз буду его убивать. Сири, не буду выкладывать это. 100%. Крою матом, как последняя тварь. Какой-то лох меня убивает. Да нет, просто я не рассчитал дистанцию, он бы не успел сделать свою кастушку, блин. Кастушку, хренушку. Он мне нахер не нужен вообще, я сюда пришел босса убивать, а не херату это, блин. Все равно сейчас сдохнет, сука. Два удара, мне кажется, и он сдохнет. Где еще один? Я знаю, что ты хочешь надурить. Со спины на меня напасть хотят. Сейчас, ребята, сейчас сделаем. Сейчас что сделаем, блядь? Что мы, блядь? Лохи, что ли, блядь? Мы лохи, что ли? Куда ты пошел, придурок? Тут третий пидор оказался, блядь. Я просто в ахуе все, блядь, человечностью потрачу на ублюдков. Короче, откуда ты там оказался, пидор мод ты, блядь, драный, нау. Я просто не ожидал, блядь. Короче, блядь, да чего ж это противная игра, блядь. Вот мобы здесь 100 раз сложнее сделаны, чем, блядь, они, суки, хитрые. Парами могут атаковать вас, блядь. По очереди бьют, чтобы у тебя не было времени восстановиться. Все у них рассчитано. Может один тебя станлопнуть, второй добить. Вот это у них тоже есть такая хуйня. Черта такая ебнутая, блядь. О, видите, что творится? Оказывается, там еще стоял один, блядь. Лошара, блядь. Что, сдох, сука? Все сдохли, нет? Где этот ублюдок, блядь? Давайте его сюда. Давайте его сюда, этого рожу, блядь. Он должен появиться. Как? Как, блядь? Как ты не появляешься? Давай, появляйся.
Я уже дубину приготовил, тебе пизделей давай. А что, он не появится больше? Что за хуйня? Что за херня, блядь? Не может то быть. Он должен появиться. Я же человек. А, ну, сука, сыкотина, блядь. Ну что, падла, блядь, я пиздец. На, нах! Ага, сейчас, блядь. На, сука! Как тебе, блядь, понравилось, нет? На, сука, блядь. Что, блядь, два удара, нахуй, ты труп, блядь. Как взбесил меня, сука. Что, ничего не дал, что ли? Ну ты лох, бля. В натуре я такой злой, блядь, не бываю, когда с боссами дерусь. Как с этим ублюдком, блядь, дрался. Ну ни о чем. Ни о чем этот моб. Здесь вот мы ключ нашли, сейчас эту дверку откроем. Я, правда, не знаю. Там, кажется, этот крест, этот какого-то, не кристаллик. Там, кстати, много чего интересного вот в этом месте будет. Во-первых, сюда вот проход есть здесь. Какой-то ништяк здесь лежит хороший. А, не, рапировелки мне нахер не нужны. Да я точно знаю, что там меня уже поджидают. Со всех сторон сейчас будет меня зажимать, блядь. А, сука, бежишь уже, падла, блядь. На, нахуй, сдохни, блядь. Кого ты бычишь? Пошли сначала тёлок, нахуй, отымеем. А, нет, тут чувак прячется, блядь. Ах ты, сучонок! Ты сучонок, блядь. Быкнул нахуй. Давай этих вот с нормальной такой хуйней будем бить. Чтоб с одного выстрела. Нихера себе. Ага. Я даже с одного выстрела убить их не могу. Нихера себе. Что-то есть еще ништяк какой-то есть? Тоже ништячок. Ого. Какой-то. Еще там внизу ништячок. Но пока спрыгивать туда не буду, попозже. Тут вверху еще какой-то ништячок лежит. Что? Что, бля, не понравилось нам? С кем вы связались, эти идиоты, бля? Со мной связались, это шансов ноль. Шансов ноль, на. Магии, правда, мало осталось. Ну ладно. Я думаю, мы сможем, мы успеем. Мы успеем взять этот ништячок тут. Вау, вау, вау! Нифига себе! Ну вы, ребята, бля, конечно, борзые, блядь. Я, честно говоря, не ожидал, что такая ярость у вас в атаках может быть. Ну и где ты, падла, блядь? А, вонючка, блядь. На-на. Уголёчек. Уголечек, уголечек, уголечек. Может, для чего пригодится, потом кузнецу отдадим. Так, вот теперь туда можно спрыгнуть, мне кажется. Тут я всех уже убил. Ничего тут не осталось. Давайте туда сейчас нычканемся, проверим, куда этот проход ведет. О, подождите-ка. Сюда, да? Надо спрыгнуть сюда. А, душа сраная. Тут по мне стреляет, блядь. Черт возьми, сколько тут всего, бля. Куда хрен поймешь, куда идти, на. А, ну что ты будешь делать? Пришел, блядь. Не вижу ни хрена. Так, ясно, тут пока рано мне еще сюда. Блин. Чуть не упал в пропасть. Подождите-ка. Кто-то звонит.
Так. Что еще за бронечка, кстати? Давайте посмотрим. Не, она по всем параметрам. Она от противопроклятия хорошая. Но нам это не надо. Давай, спрыгивай, дурик. Вот очко. Вот очко жим-шим, бля. Ха-ха-ха! Твоих сразу отымели, бля. Разводняк, да? Хитровы. Долбаные черти, блядь. Что есть тут что? Ну а смысл сюда бежать? Тут ясно ничего нет. О, она травит. Вот для чего та броня нужна. Потому что она травит. Короче, смотрите, как пройти здесь. Сейчас покажу вам. Если меня не убьют, конечно. Значит, здесь подождите, нет, это сейчас дракон побежит, да? А, это дракон побежит. Снизу там нам можно было пройти, да? Бежите вот сюда, вот так вот. Ага, косой. У них и вообще. Где можно бить эту пану? А тут по ноге можно бить, вот поэтому. Все, еще раз. Нарисованный мир говна, блядь. Ну, честно, ну как же так, блядь? Ну это же какой-то, блядь, позор, нам. Ну почему такая херня произошла, блядь, а? Я сдох, как последнее чмо, блядь. Еще не бежит ни хера чего-то. А, ну еще не все, наверху еще там что-то есть, но... Просто я расстроился, пойду вот, заберу там ништяки. Там ништяки сейчас заберем с вами. Дверь, кстати, сразу открывается. Так, где этот чертов драконище, блядь, который меня грохнул? Ну, не грохнул, я просто свалился вниз. Давайте будем честны. Все нормально. Тут щит лежит. Один из самых хороших. Я не понял, что это было? О, нихрена себе, а что это? А что это они зажглись? Что это дает мне? А, вот тут все, правильно, дракона убили, теперь можно вот здесь спокойно. Вот этот щит надо проверить, кстати, какой он. Ну-ка, что он там дает? Ну, в принципе, против
Стабильность хуже. Не, ну так. Он единственное, что дает защиту от этих всех отравлений, херений. Короче, можно здесь пройти. Сейчас покажу вам, как вы так берете и прыгаете в прыжке, бьете его. И он тогда встает, и вы вот так спокойно проходите. Чпок. Ну, и все, и вы там. И вы у этой шлюшки. Видите? Скипаете этих всех лучников и ручников. У шлюшки у этой мы сразу оказываемся. Что там ценного есть у меня? Только это кольцо, больше ничего. Но с этим кольцом я навряд ли смогу убить. А если по хвосту ей, давайте молотком по хвосту запиздрячим сейчас. Не, ни хрена не получилось. На снегу всегда идете, вот так смотрите, где эта дура. Чопает, чопает, она должна чопать там, вот след, видите. Оба, 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 оба. На. На, шлюшка, бля. Не надо нам ее хвост, короче, отрубать. Там будет кинжал. Но она это самое. Но этот кинжал нам не нужен, ребят, честно скажу вам. И вот этот придурок, которого мы убили. Броня. Если его не убить, брони не будет. В принципе, тут больше делать нихер. Сегодня мы прошли босса. Я, правда, психанул конкретно, но ладно. Сейчас я сдохну, блядь. Сейчас я сдохну. Я же сказал, что я сдохну. Ну и ладно. Ну и ладно. Ну не страшно. Ну и что? А! Подождите-ка. Это плохо. А, гляньте, как классно. Она меня вон куда выкидывает. Так, все. А это та-та-та. Так, стоп, а зачем мне сюда? Мне сюда не надо. Вот мне теперь надо еще одного босса убить. Здесь еще одного босса надо убить и все. Я не знаю, этой магии, наверное, не убить ее, да? Да, этой магии, наверное, не убить, блядь. Твою мать! Сейчас. Измени заклинание. Да не важно какой, любой убьем. Вот этой убьем. Можно было с лука убить. А, ладно, не хочу. На, потом. Сдохни нам. Сдохни, гнида. И все. Короче, сейчас мы тут еще двух мобов убьем. Тут два моба убьем еще, и это. Вот они стоят, когда вы эту штуку убиваете, бля, херуй. Зато все, тут больше никого нет. Но так как нас уже нету, этого самого, сюда забегаем просто. И все. Блядь, ну что такое, нахуй? Как мне мыша задолбала, блядь? Да что такое, Да, наверное, ваншотнет. Не, не ваншот. Они лохи, короче, с них ничего не высыпается. Это друзья, наверное, того чувака, которого мы уже убили. Надеюсь. А-а-а, я не туда телепортнулся, блядь. А, не, нормально.
Перенестись, нам надо вот сюда. Если вы убиваете эту шлюшку, то там открывается сразу дверь к боссу, к очередному. И кольцо не надо. Видите, дверь открылась. То есть кольцо уже не надо. Давайте ради прикола поставим вот эту магию. Вместо этой поставим вот эту магию. Как раз успею, тут ко мне подъедут. Успею, и как раз серию закончим. А может, не успею. А может, успею. Это не... Вот это как бы кольцо нам что шло, что ехало. Блин, достал ты, блин. Какое тут кольцо одеть? Тут не важно. Вот это кольцо, к примеру, можно одеть. И щит, кстати, можно вот этот одеть. То, что тут особо щит не имеет значения. Щит против магии, кстати, здесь можно было одеть. Что-то я тупанул, бля. Щит против магии можно было одеть. Не успеет. Да, не успевает. Это магия не... А, гляньте, успела. Черт, моя мыша просто жесть. Ну, блин, ну что это за говно джойстик? Ну чего ты камеру уводишь влево? Ой, блин, все, последнюю серию буду смотреть, что с джойстиком делать. Это несерьезно. Ну, сейчас я сдох просто потому, что он меня взял и это... Ну как так? Как так, блядь? Я же на склепе сел. Почему она меня выкидывает? Во-первых, тут костра не должно быть. Чувиха куда-то пропала, блядь. Что, я не сел на склепе, что ли? Сука. Блядь, да сейчас вообще позорно так сдох, блядь. Давайте ради прикола еще раз сделаем. Блять, он просто издевается надо мной, джойстик этот. Давай быстрее, блядь, кастуй нам! О, нормально. Ну, разок, правда, но... Сука, на этот раз не надуришь. Сучка. Я ее просто не вижу. Вот падла, блядь. Вообще ты просто задолбал, блядь! Да успокойся ты, чего ты назло что ли делаешь, блядь? Ну давай же ты что-то делай, блядь, ёпунский бог. Просто виляйте в разные стороны и все. Пиздец. Thank you.
блядь, чью-то откидывает с того костра, хотя я сажусь там, блядь. Не, ну сейчас вообще, я сейчас вообще даже не понял, почему. Я знаю, что она сквозь перегородки эти бьет, но я не понимаю, по какой причине я не увернулся. С этого поганого, блядь, джойстика ебаного. Всё влево, блядь, крутит его и пиздец. Блядь, ты издеваешься, скотина. Сука, на одну не хватает. Хер ты сдохнешь, тварь. Вы видите, что творится, блядь? Вы видите, что творится, сука? А просто издевается надо мной, джойстик мой, я имею в виду. Сучка драная. Драная нах, тварь. Гляньте, сколько у меня здоровья осталось. Это же жестика. Все, мужики, серию как бы закончим. Двух боссов мы с вами убили. Очень легко. Еще локацию изучили. Тут ни о чем. Тут ничего нам не надо. В этой локации вообще все, боссов не осталось. В этой локации боссов не осталось. Я не помню, тут есть какие ништяки. Мне кажется, в этих сундуках ничего нет. Но в этом сундуке, имеется в виду. В этом тут сундука даже нет, наверное. А, не есть, нет. О, гля, ништяк. А, броня, ну да. Все. Все, не знаю, сколько там серия длится. Часа еще нет, конечно. Но... Тут мы всех убили. Больше никого тут нет. Пока у храма огня перепортируемся и все. Ну да, сдыхал, но в основном сегодня сдыхал из-за джойстика. Значит, смотри, в следующей серии идем в ДЛС-ку, проходим. Я там психую, если джойстик починю, то меньше психую. И нам останется 4 короля. Так же и все. И босс финальный. Давайте вспоминать, кого я еще не убил. 4 короля не убил, точно знаю, да? Все остальные боссы мертвы. Все, покеда.